Осталось совсем чуть-чуть. Около 2 недель потребуется, чтобы завершить перекладку водопроводных труб на пересечении улиц Мичурина и Луначарского. Это место горожане недаром назвали заколдованным. Раньше порывы здесь ликвидировали ежегодно. После полной замены коммуникаций вскрывать асфальт уже не придется. Первым этапе реконструкции улицы Луначарского от Московского шоссе до автобусного проезда доделывают последние штрихи. Проводится работа по установки светофорных объектов, то есть установлены все опоры под светофоры, проложены кабели. Происходит установка пешеходного ограждения, которое осталось, я думаю, где-то, наверное, метров 150, не больше, установить. Пока официально дорогу еще не открыли, но жители окрестных домов уже оценили разительные изменения, как и автомобилисты, которые успели опробовать новый асфальт. Хожу пешком. Мне очень нравится, что сделали улицу Луначарского. Вот тут было все заросшее, гаражи стояли. Тут было физически невозможно пройти, потому что не было ни тротуара. Побольше таких дорог, потому что у нас нет соединения между Новосадовой и Московской. Их очень мало. Это как раз кстати. Эта дорога очень нужна была. Мы давно ждали водителя. Уже разгружает пробки всю беду. Плюс такой хороший проезд получился. Дорога должна служить верой и правдой. Покрытие делали современным щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который более пластичен и гораздо долговечнее. В перспективе по улице Луначарского будет ходить общественный транспорт. В ближайшее время здесь поставят остановочные павильоны, чтобы во время посадки пассажиров автомобилистам не приходилось объезжать автобусы, и сделали специальные карманы. Автобус стоит, а машины продолжают движение по прямой. Предстоит еще построить развязку на Московском шоссе. Этот участок в ведении областного министерства транспорта и автомобильных дорог. А в следующем году начнутся работы на втором этапе реконструкции. Первоначально планировалось довести улицу Луначарского до проспекта Ленина. Но проект решили продлить. Реконструированная улица соединит Московское шоссе с Новосадовой, северо-восточной магистралью и улицей Лесной. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.